Здравствуйте. Меня зовут Артебякина Екатерина. Я актриса, щука, 34 года. Съемочная площадка, аквапарк, снимаюсь. Тут я вдруг подумала, я девушка свободная, пора бы мне уже познакомиться с каким-нибудь парнем. Ну как-то я не могла никого встретить, и тут вдруг я вижу ну, симпатичный парень, смотрит на меня, какие глаза, ну, красивый такой надо как-то с ним познакомиться. В общем, вроде как зацепились. И вот я уже купаюсь просто в аквапарке с подругой. Предлагаю ей, пойдем в джакузи посидим, может, он к нам подойдет. А он инструктор. И я просто заметила, что они там меняются. И думаю, ну, дождемся, когда он будет на этой площадке работать. В общем, сидим-сидим, джакузи уже нам просто стало холодным, мы уже замерзли, у нас губы посинели. Она мне говорит, пойдем, я говорю, нет, подожди. В общем, в результате идет. Подходит, и говорит, слушай, дай мне свой номер телефона, просто подойди к, там, к бармену, возьмешь у него салфетку, запишешь, и я у него потом заберу. Я ну, так немножко обалдела, говорит, что вообще что ли? Ну, меня это обидело как-то, говорю, иди сам бери салфетку и записывай. Он так пошел, взял салфетку, записал, ну, в результате он мне потом перезвонил. И когда мы встретились, он мне подарил эту салфетку в рамочке и сказал, когда придет время, я тебе скажу, прочитай, что там написано с другой стороны салфетки. В общем, и там было написано, когда он мне уже разрешил посмотреть, в общем, там было написано «Выходи за меня замуж». В общем, это наша история, так я встретила своего мужчину. Приглашайте меня в кино, буду рада сотрудничеству. До новых встреч!